Высшая специальная. Но бывает низшая, да? Высшая не специальная бывает. Не, бывает высшая, бывает... А, о, инженер, все, я понял. Сам главный, это инженер. Инженер-менеджер? Слесарь-гинеколог. Ну, менеджер это уже вторично, но инженер самый главный. Что-нибудь можно придумать там? Что, давайте придумаем что-нибудь. Инженер. Ну что? Ну что, бухать? Я вот успел себе чай налить. Я тут. Блядь, с едой пришел. Я с пивом. Да, да, все услышали, как там у тебя по тарелку что-то. Вилкой. Это пиво было. Кто? Пиво. Ты чего, охренел? Бля, ну, Питер, пиздец, блядь. А, я в Москве сейчас. А, не, в Москве можно. Это ж в Питере это культурный. Не пью, не курю, ничего не делаю. В смысле, Питере пить, наоборот, песня даже есть. Ну, да нет, слышишь, Донт, он этот, всегда был такой хороший парень, типа. Не этот, не пью, не курю. В баскетбол играю, спортом занимаюсь. Ну, в Warcraft иногда играю. А что? Все... Начнем? Так, давайте. Так. Стоп. У нас один ДКшка. Сейчас я покушаю 10 ловкости себе. Это чипсы были. А. Арчек-то, в принципе, можно начинать. Ебать, что это было? Чё, все готовы. Кайф, крип я просто ружку, да, и мы в нее вливаемся. А лок у нас контролит 2 паладина. Да, уж много. Не работает нихуя этот. А, они снимают раз в 30 секунд контроль. А, тиспел? Ладно, сам сниму. По совет рапу дам, не додайте ее. Не подняли. Прохил. А, дрища БР. В целом. Плохая была идея, конечно. Не каплю дрища. А, сука, хила нет одного у нас. А, медика уже не... Значит, не жестко. Так медика не там, они всех перемели. Смотрите, как я ебашу во фрасте, пацаны. Ну ладно, ружку убили. На минус 5. Зорки, ну да, ладно, красиво. Давайте. Ой, чё, Гера опять нету 5 минут. Да, чё-то смело, и в трапу не, да, попал, да, видел? Да, не, в трапу попал, там был один, её продиспылил. Они, короче, крутые, получается. А я что-то... Не, да, вот можно, типа, прокать, чтобы состав был без руги, без ханта, типа. Да не, ну это так. Да, и будут какой-нибудь маг, лок, блядь. Не, ну хоть они не побегут, типа, вред, ебало ломать. Вот второго танка, блядь. Да нет, наоборот, не надо. Так, наоборот, испалил ДД, получается. Да не, надо сейчас попробовать будет это. Исполину. Сейчас посмотрим, кто там появится сначала. Ты, так от чего люди-то поумирали? Кто их побивал? Медики, просто медики убили. А так он один там, там же только этот был. Там НДК. А, это Эйн, блядь, мол, что-то рестор был. А, точно, поле паладин этот. Ну надо, значит, вон два друида есть у нас, корни вихри. Короче, больше контроля, понятно. Ружка есть. Ретрик есть. ДКшка есть. Ну, оно, дерево в бан сразу. Ну. Эршам и, да, и дерево. Отлично, дерево легко контролится. И у нас есть маг еще. Играем, значит, череп, крестик, потом либо квадратик, либо треугольник. Дрищ, твой полностью друид. Баны, эфиры, все что угодно. Зоркий, давай тогда ты, если пойдет к нам паладин, и паладина контроль, у них всего один диспел, это паладин. А, идеальный, нет, давай сова. Сова, ты по этому, по ДКшечке, если угу. Что. Угу. Айнан, как увидишь мага возле себя, дашь ему этот, ну, шипу, хекс.
Исполин, укрыть, а орешками не бить. Исполин, давай ты попробуешь паладина просто себе забрать. Паладина? Не ДКшку? Ну давай ДКшку, окей. Пойдет, в принципе. А мы с этой стороны парушки сыграем. Короче, давай я сейчас залечу просто сюда. Кто на мне ставит? Да, да, мы все с этой стороны. Да. Пласки выпейте. Корнес, ты сзади стой, если увидишь, то сюда и туда подходи. Корнес, ты с армором? Все хорошо. Так, Гера у нас что? Блин, у нас минута 20, Гера. Да давай так попробуем. Да похуй, но на эту Геру. Ну да, давайте тогда так вот сделаем. Не, я ФК не запускаю пока ничего. Так, играем в рожку. Давайте еще раз арчек и пойдем. Все, все готовы? Давай, запускай. На Корнеса побежали все, блядь, мимо моей трапы. Паладина, контроль. Паладина, паладина, паладина. В рожку, в рожку, в рожку. Исполин, если на тебя уйдет, плотстойку поставь. Надо кашку врезать. По магу контроль нужен. Она мне пролезет? Дрища прохил. Дрищу боб дайте. Там, блядь, паладин с крыльями, его хуярит. По магу сейчас трапу отдам. Ебать. Детер. Бэр. Ёпт, пиздец. А мы Геру с них не сняли, да? Еще интересно. А, давайте крестик поиграем, попробуем все-таки. Я по обычную ставлю, чтобы они хоть обходили медленнее. Если что, кайтите. Да, Исполин, просто руты. А друида есть контроль? Мы два друида мертвых. Это я понимаю, у нас есть маг, есть вок. А Макс это, блядь, друида. Ты контролишь? Я шаман еще. Ой, да, шаманы, сори. Ты правильно. На мне был один, а к выбу... Ладно, 2 секунды. Был один ошибка. Блядь, там прокнуло у меня. Я от паладина бегаю, нормально. По магу играем. Потом по ДКшке пойдем. Паладин вроде бы не сильно бьет. Шаман хилит. Угу, шаман хилит, но это не страшно. Зорки блоки. Давайте ДКшечку. От паладина просто бегайте. Контрольте там. Не сработало. Как по друиду можно будет контроль сразу, давайте. И кашка толстый очень, давайте в него дальше играем. На нем две ходки висят. Сняли. Шаман хилит стоит. А Войд есть репетинс? Шаман. Ну, на нем дота бегает. У нас же друидов не осталось, да? Нет, друидов. Кайте, у меня с маной проблема. Все, да. У меня с маной проблема. Вот предложение, да, включается? Я пытаюсь, но сложно. Кайте тебе на него. Ходки. А у шамана креста нету? Ходки снимать. А, плетяйна на нету. Они не диспелят. Конечно, не диспелят вроде бы.
Знаю, у меня диспарится. Диспарится. Пошу ману контроль отдам. Зорки дай потом это в шамана овцу. Шаман вышел. Все, овцу ты. Давайте ДКшка по один и все, ну вообще. Чуть-чуть осталось. Сухожилия подрежу у ДКшки. Шаман. Нормально. Добивайте, можете. Продиспарили. Зорки будет по фокусу каст? Дрищ, уходи, уходи от него просто. Дрищ, ты порт поставил. Фридом дал. Красавчики. Шамана. Все, будет. Давайте, да, не, в паладина. Пофигу на этих двух бесполезных силов. Но они, вы дольше будете бить босса. Там, нам не умереть просто и все. Мы уж прошли босса. Ну, Корнес, он мана есть, 50%. Угу. Нормально. Снимите. Вот, снимешь? Еще. Шаман хилит. Сейчас 2 секунды, нечем снять у нас. Зорки там стрелы ледяного огня пуляют. Могу себе позволить. Типичный фрост маг, да? А зачем? Нравится мне, блядь. Просто красивый скилл, да? Не, ну стрелы красивые. Все, красавчик. Ну, за визуал, да, типа, как бы, если ты топишь за визуальную составляющую Варкрафта, я с тобой просто солидарен. У Аркана стрелся на красивский. Ну, вообще красавчик, уже третий босс, да? Да. Причем, блядь, почти все люди, те, кто в 2 часа били. Только в других персонажах. Ну, только на своих мейнах зашли и начинают. Ну да, у кого мейн, у кого паладин, да. Не, у вас еще и паладин, ё-мо, с абсорбом. Вы про это не забывайте, у нас сейф есть. Да просто 5 лет тремя варами играл, поэтому паладин захотел поиграть. Одновременно, как Корнес? Ну да. Корнес, он всеми играет просто, видишь? В смысле? Ладдер забирает. Тут новые люди. Я сегодня настолько хотел получить сильно бэджиков на мага, что нас ливнул, блядь, тан. Я во второе окно пошел брыдом, да тан чётин. Нормально. Машина. Я... Кто-то да. Набрал, стою магом кастую. Кто-то ты с нами зашел за рогу, а сам еще и играл за мага и за танк еще, да? Я еще макароны ел при этом. Вообще нормально. В то время, пока все это делал Корнес параллельно арене. Тут, чтобы вот этот босс вывозить, это надо хоть немножко, блядь, ПВП понимать. Тут да. Здесь. Я не понимаю, PvP все равно похоже. Свичиться, цели менять, блядь, чтоб кнопки все на панели были, а то, блядь... Невер PvP не знает, а в уме проходит. Вот это так. Пока ноут не починятся, я все в уме проходить и буду.
Ну, я лучше прохожу его меч, чем вы. Не, ну зато ты все стратегии уже наметил, согласись, а? Так, кинжал давайте на кастеру. Я уже жду вас за трупом Ануба. Все нормально. Две приги надо сразу. Фу, блядь, что за говно понападало, блядь? Каждый раз, когда вы творите заклинание, ваш рейтинг скорости... Блядь, шляп, наверное. Параша, ебан. Зря били. Выходите. Слушай, интересно, Зорки, а у тебя стрелы, которые потоковые, активируют один раз или сразу все восемь? Один раз. Или пять, там сколько там? Нет, ну там получается сколько... Потоковые, они же там типа вылетают, сейчас тебе скажу. Три тычки. И три, пять. Три по три. Девять. Не, пять тычек улетает. Карнеш, ну, между... он не идет. Ну, их самих три, а вылетает пять штучек. Ну шо? Посох, блядь, сейчас мне с валькирой палит, лучше. А тут два танка надо, чтобы своя родня ловила. Нужны кому-то трения? Я могу спекнуть в танка. А ты две строила? А? Дай мне вот эту, которая, блядь, с крит-хастом. Чё, спекаться в танка? Ну, обмен дай тогда. У нас меткости тогда не будет. Фой, давай лучше ты. Чё? А, в танка? Нихуя. А дай этот... Бухту есть у тебя? Спасибо. Не, я ж этот не брал. Так у тебя вон там этот палатка есть, в Ордынскую зайди и все. А там можно? Да. А, не-не-не, нельзя, наебал. Я вспомнил. Все бы у меня прошел. Ну, блядь, я инс прохожу, а не в бухту летаю. Все равно сейчас, если короче от вас. Если самолете, короче. То это будет вообще... Блин, а я его ролю, это будет вообще. Ну, если я его забираю, то это вообще... Если сейчас выпадет плащ, а он не выпадет, потому что не 50 на 50. Все. 60 на 40, мы идем. Да нахуя нам эти плащи, боссы? Понял. Запишу. Нет, я вот не пойму, вот перчатки свали, смотрите, две дырки, так можно еще третью досверлить, это вообще пиздец какой-то. Да. Капец, у тебя странные какие-то фреймы, ужас. Что ты себе устанавливал на компьютер? У кого? У тебя. А если я включу стрел, у меня сильно лагать будет? Управление, экипировка какая-то странная совсем. Сумой не вводит, он готов. Вообще какая-то хуйня. Вот это что-то, как это? Я не знаю, как так получилось, блядь. Это сломалось, да? Ну тут, блядь, необратимое пишет еще. Не трогай ее. А че она, блядь? Если тебе нужно идти, то, ну, в принципе, я нашел замену. Кто идти хочет? Айнен. Ебать. Это хуево. А о чем мы без шамана будем делать? А вот сейчас будет шаман. Лангрис. Угу. Ну, ДПС, конечно, будет меньше. Хотя, ну, будет меньше. Ну, да ладно. У нас есть какой-то плюс. Блядь. А, Трич, давай шкаф? С манем. Молодого человека. Смотри, Войд, перед тобой какое красивое ДКшка. Вот ты тоже себе трансмог сделаешь, чтобы тоже был красивый. Да, вообще хуёво выглядит. Как-то. Да подожди, 8-130 это сколько? 1000... Блядь, 1024, да? 1240. 240, ну точнее, 1040. 1040, ебать. 1040 хасты на 20 секунд. Я приближаю изображение Войда, и у меня, знаешь, типа вспоминаются флешбеки из линейки. Не-не-не, фу. Ну ладно, на самом деле, типа, тут нормально еще. Так, давайте попробуем. Давно. Исполин, ты соло танчишь, а Войд ты бегаешь, сверки ловишь. Ага. Так, с какой стороны бегать? Вот здесь, где я сейчас, да? А че, мы в девятером идем? Ну, у меня сейчас шаман будет. Ага. Че там шаман? Ну, Исполин, твой. Аня попросился.
Подожди, Лагрис играл и на ШП, и на Сави, а теперь решил шаманом стать? Да, у него теперь элемчик. Ты наивер, блядь. Что? Я задаю тренд на 10 персонажей. Сейчас ДХ выйдет 11-го, надо будет хуверить. Так, Там Вовро уже договорился за меня. Давай, рыбку поставил тебе, кушай. Хорошо, что в гильдии есть личный мажор, у которого можно там поинтересоваться, там это всякое. Это очень удобно. Так, а кто эту вторую сферку у нас выиграл? Неплохо. Босс душит. Давай это, ну, дай ее. Я не знаю, крафты вообще имеет вам смысл делать, типа, на десяточку на эту? Так. Да не, пусть кто срут, то срут, типа. А что ты продашь? Да. Ну, только, типа, ну, рецепт, если нет рецептов, то чтобы в гильду отбывали, остальное плохо, типа. Да, типа, нормально. Ну, просто у меня два варианта. Либо мы, типа, собираем всех вместе и кому-то что-то крафтим порову просто, ну, кому что надо. Либо мы собираем их все вместе, я продаю их, и мы пилим голду. Ну, Донт, это каждый раз будет разный состав, типа, это ебанина будет. Типа, как Рос будешь бегать с этим, с календарем, блядь. Давайте записывать. Ну, да. Погнали. Хватит. Хорошо, пока. Погнали. А испарин соло танчит, поэтому дайте мне пару секунд. Хотя, просто, ну, бьем да бьем. А, так, сейчас меточки поставлю. Черепочек и луна. Луна это черная, черепочек это белая. Ну, почти похоже. Наоборот. Ну, крестик поставь на луну. Да не, ну луна более черная, чем крестик. Череп белый, луна черная. Череп первый, белая, луна черная, да. Все, все готовы, давайте по ДБМ запустим. Донт фон фласку. Я фласку не упал. Точно. Я с этими фласками все бусты забыл отдать. Че, Герум? Угу. На пол 8 у меня еще. Я притворюсь. Пиздец, 20 тысяч весь рейд дает. Так бы на первом бусе. Угу. Сейчас фаза будет. Ой, сейчас так кас будет. Поменяли. Белую взяли все. Играем в луну. Прохил, сейчас прилетит в нас, блядь. Черные забирают нас. Бежали. По боссу сальву дайте. 2 секунды на пол. Там вообще чё корни сдашь, Мусаку сам? Ненавижу, что ГТК, блин, вообще ненавижу. Скажи, что пьян. Ебать. Чё меняли. Переключаемся. Черепочка, краем. Больше урона. Убивайте. Каст. Отлично. Много осталось? Вообще. Там чуть-чуть. Лучше касты сбил, чё? Реально.
Так это после считания вы не сбили или как? Не, мы сбили. Мы все сбили. Не, это впритык. Варвар, агро. На пола нету. Поменяли. Бьем, бьем. Не, 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 не меняли, темную. Не поменяли, блядь. Короче, баба, баба, карта Кернес. Ой, пиздец. Сори, ребят, чуть не вайпнул у нас. Вы сейчас добьете уже. Нормально. Пиздец, дом. Уходи, блядь. Вагон. Посох не упал. Еще ебало в посохах, блядь. Угу. Ой. Где книга? Ну, может, с ласта хоть выпадет меч, блядь, на кастера. Босс вообще, наверное, зря пошел, да, скажи? Почему? Он ботинки поутал с первого босса. Да, ну, ботинки, да. Ну, а прыга не упала, блядь, пиздец тебе. Колечко а берите, там... на офспеке берите колечко себе. А чё оно нужно здесь, бро? Войт украл кольцо. Что будешь? А чё тут нужно, типа, свалик? Свалик? Посох, да. Три дырки, ебать там. Посох, три дырки. Я про воина говорю. Ну, или ты любой на посох собираешь с тремя дырками? Дальнего боя. Неплохо. Так, самый интересный босс сейчас будет. Да, чё там-то на него? Ой, ну слушай, ну на барак, все понятно. Через 2 часа звезду посмотрю на вас. Давайте. Ну еще 46 попыток, да. Мы можем, кстати, это 45 сделать. Можете. Кстати, да, сразу закрывайте его. Да, давайте, я один раз посмотрю, вы убьете, посмотрю, как вы сундучок заберете. И пиздец. А кто-нибудь мне расскажет фишку? Я вот сколько лет в WoW играю, а почему нельзя брать сундук сразу? В смысле? Ну, вот всегда пишут, типа, не брать сундук, типа, там, ну, раньше какого-то времени. Ну, типа, в смысле раньше какого-то времени? ВВК именно? Ну, да. Ну, на лут, типа, блядь, сумонили людей. Может, из-за этого. Ну кто-то умер, допустим, он забегает в подземелье. Не, ну, умер, это понятно. Нет, когда полностью живу рейд. Ну ладно, все, понял, значит это. Да ты что придумал, блядь? Это блин, лабиринтах разума, блядь. Я играл на ебаном вовсерке. О чем так, ты говоришь? Ну так там сумонили, я же тебе говорю. Сумонили людей. Тут ты что, в одного танка? Хуй знает насчет одного, блядь, мне кажется, пизда. Знаю, я 3-4 танчил. А в 4-5. Ну, как минимум здесь нужно стан сбивать, если в одного танка. Это касается паладинов. Маст. Именно подкаст. Да, вальки так себе, да? Вальки, да. Да, обычно, типа, вальки. Я мимо поэтому писал, что нужно 25-ки 3 хила, да? А, в десятке 3 хила. 10, не в десятке, а в 10. 3 хила. Они в десятку в 3 хила. Наверное. Они в десятку в 3 хила пошли? Да, они с ДЦ проходили. Кто? Я думал, он имел в виду 25-ку, нам придется 3 хила идти. Кто они? Да, он с Этерналами ходил. С Этерналами пошел, да, закрыли они. Кто пошел с Этерналами? Неутомимая, все. Да, блин, ну вы типа флудите, непонятно нихуя, ага. Ребят. Че, за Геру переведем, блин? Так на фол закрыли. Что пишут в игре сегодня, что-то. На фол закрыли. У нас кто-то умирал, но Марилла вообще нужна. Присоедините, если кому-то... Никто вроде не умирал. Пристабаф нужен. Да, вот пристабаф нужен. Никто не умирал, все нормально. Слушай, а это... В одного или в два танка? Да я хоть сейчас подумаю. Че, в два танка тогда? Да в два идите лучше. В два посоевольнее вообще-то. Ну давай. А кому я сейчас? Блин. Давай, наверное, хилу какого-нибудь. Карнес там уж. Слышал, это как ты за боку пациента поставил? Может, лучше идеальному. А чё, если идеально играть, я его бы... Хуй знает, аддон какой-то. О. Да, давайте это идеальному, на всякий случай. Слушай, Корнис, может, ты поставишь лед? У тебя мастер-аура есть, а я третью. Давай.
И кто будет на мобакс из танков? А, будет. А что ты, ну, по мобам их сразу заливать или какую обычку бьем? Я думаю, что как 25-ку будем играть. Тут по два моба вывозили? По... Да, да. Хотя у нас тут достаточно... А, нет, клива-то меньше. У нас клива нету. Ну, клив, ну да, один, ну, вар. Только я и вар. ЛМ. Я уешить не могу. Если только меня в медведя, а воет варпали. Да не, нам, нам меткость нужна, шипашки нету. Не, ну ладно, давайте это, да, играем в босс, а потом, если что, свечнемся. Надо посмотреть, сколько вообще у жуков хп там, наверное, по полмиллиона. Да, да, давайте посмотрим. По поводу Бо будем давать? Да, Боба здесь обязательно, да. А, Исполин, сейчас на танче начинаешь босса, сразу сверху появляется, просто под себя ее грипни. Окей. А вторую там я уж потом пойду. Давайте тогда по очереди, кто первый будет давать Боб? Ну, я. Хорошо, я второй тогда. Так, забываем про стафу. Только здесь единственное отличие, вы должны бежать в самый конец. Прям в самый-самый конец. А потом только уже с бабами бежать позже. Это максимум. Как хорошо, что есть люди, которые знают тактику. Знаете, я убивал, но я не помню. Ну, все то же самое, что и в обычке, только, ну, блин, вот, допустим... У нас, конечно, не бесконечное количество сфер. Все, до самого конца бежать. Да, поэтому мы их экономим, мы их со всякими звездопадами... Тут же хуйня заниматься, как в обычке, правильно? Да, со звездопадами мы здесь аккуратно. Ну, также на перефаске мы трэш пьем. Смотрите, допустим, у нас два боба. Допустим, два боба мы отдали, третий человек, на кого кинется, бежит просто до конца, до максимума, в лужу не заходит уже. Да. И умирает или что? Не-не-не, он как раз к этому времени вылезет уже, босс. Да купите, да, давайте. Если от стенки к стенке, то уже начнем. От стенки к стенке, да. Давайте под задницу встаем. По чью? Босса, к сожалению. Анубия. Так, давайте рычаг. Все, все готовы. Здесь добавим пул. 5. 4, 3, 2, 1. Замедление жестко. Ой-ой-ой, спалин. Я там в жуков помогал тоже чуть-чуть. Все правильно. Босс станом дашь? Взрывание через 12 уже. По жукам давайте. Так, мы отводим или не отводим? Не отходим, давайте до конца стоим. Окей. Короче, как бы 25, конечно. Да. Просто мы так нужно потеряем. Конец на тебе. Конец попсик. Не успею. Бог не бог. Вы идеального дайте бог. Дал. Идеальный. Стой. Дал. Скажите, по кому дайте следующий. Ага, все, понятно. Ебать, что было? Сразу на мне. Я дам БР. Да, БР, если понял. Успеешь, кстати, дать бог? Нет, я случайно в центре разбил. Не дашь? Заходи. Не заходи, я не дам. Зоркого давать? Зоркого, да, вообще нет ничего. Локом летающего. Исполин, есть сюда тут крипнуть черепочек? Куда-нибудь подальше? Не, фигня. Всё, выкрус. Я снова умер. Второй БР?
Да, 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 второй бэр, давайте. Попробуем, смотрим, что получится. Естественно, здесь замедление, конечно, вообще. Угу. Дайте ему там масс-баф. Стан. Ебаный в рот. Зачем? Не делайте так, не делай так больше. А, я думал, зажился. Конгресс. Стан прошел, они уже телепортнулись. Теперь второго мура. Так, на меня стан. Есть там, конечно. Я бы дал его. Сейчас бупов нету. И сфер нету, ну. Сбивайте все. Парень, это не мужу. Блять, я знаю, что сразу же. Пожалуйста, пропиливайте, если что. Все, больше нету, да? Заходи. А кто там? Отбегите подальше. Пять у меня. Нет, ну да. Бопа нету? По максимуму беру. Прохиливайте, значит. Прохиливайте, значит, оверхил его. Прям он... сейчас можете захиливать. Ну там, мне кажется. Нет, там нереально. Ну сейчас он выкопаться должен. Да не. Это тут еще 5 секунд, он сейчас веселее за это время положит. Ну и че? Значит, ну, вот нужно отводить. Не, ну да, не получается. Че, можно ложиться. Слушай, ну 100% сейчас. Ну типа если вы Геру, ну хоть, блядь, Геру, конечно. А если Геру. Короче, а в одного танка мы справимся. Должны, я. Мы жуки да, нормально кстати, заливаем. Да. Давай, давайте типа, попробуем Геру с пулок, уебать его по максимуму, и типа за две переводки перевести. У нас есть. Но есть, другая у нас проблема. Есть паладин, который изгнание может дать на одного моба. Да, на одного-то там понятно. Проблема в другом будет. Проблема в том, чтобы вы пробили отхил. На третьей фазе. Блин, я еще не знаю, как я буду. Геру нам надо на третью. Ну, нам уже 30 секунд. Можно это, слышишь? Войд, спекнись в ретрика. Отхил мы пробьем. Один из проблем. Давайте Геру сразу. За 20 трайвов, ладно, бишек не чуть. Вы его убьете, если через Геру вы его пробьете. Там 30%, там 34 было. Там 34%, по-моему, было. Просто... Ну, 47. Нет, там 40 было. Ну, мы хорошо ему сняли. Да, это, да мы за первый заход ему сняли, ее мы очень сильно. Да, там, ну, например... можно, слышишь, можно ли просто сейчас Геру с пула дать, например? И ну, я говорю, давайте бьем. Да, сейчас давайте попробуем. А, Войд и Корнес, да. Гнев небес, на готовность держите. Под стан в Исполина мы будем отдавать его. Там, короче, знаешь, что надо давать? Вот там есть телепортация у них, вот надо в этот стан давать именно гнев. В теневой, да. Да, именно в теневой. Я один раз дал под конец каста, он, сука, уже телепортнулся, блядь. Надо оставлять гнев именно на этот каст. А это зарывание, он на луже никак не зароется. А если Войда в ретрика... Я про стан... Меткости не будет. Танка. Войда в ретрика спектр. Про стан танка? Ну я в ретрике. Кстати, Донт видел последний раз, когда он дал на дальнюю метку, а Исполин рядом был, он раз на него перекинул, блядь. Он как-то странно тут работает. Это... А, он в принципе перекидывает. Да, я на стриме просто смотрел, так было, ну, странно, то, что на дальнего дал, да, до дальнего далеко. Он раз на ближнего, короче. Который... Не, он просто меняет. Он выбирает сначала одного, потом второго выбирает. Ну, сейчас смотри, сейчас по жукам больше его дамага будет. Потому что Войд ДД. 300 баф. На точечно кто-то играл по жукам вообще, когда я не играл? Я нет. Ну, значит, он будет Войд просто кливать их, ну, типа, через них бить. Да сейчас разъебем, но... У меня 30% урона по жукам, и я в них вообще не играл. Ты можешь сейчас, это... Нормально. Поставить только, ну, другую печать.
Ну, сначала надо побурстить босса, они же Геру хотят. А, так, я говорил про стан под стан Исполина. Хорошо. Когда Ануб в этот фризит танка, чтобы его два жука не пробило. Под вот это. Может как-то каплю ему давать, кто знает. Под первых, можно и каплю. Допустим, под первых жуков я каплю ему дам, под вторых у него не зыбка. А на следующий раз после этого опять капля откатится и не зыбка, и все по кругу. Давай так попробуем. Хорошо, останом будем каст сбивать. Угу. Ну, телепортацию. Так, БРов сейчас у нас нету. Бафы вроде бы все есть. Давай терчик. Так, а босса будем отводить сейчас? Да, босса будем сейчас отводить. Там на 10 секундах перед зарывкой. Хорошо. Тебе должны дать стан. Кто поэтому... будет держать мобов тогда? Кто будет? Мвойд. Под полтинник. Под полтинником будешь мобов держать. Когда? Да, когда он уводит. Перед тем, как зарыться. Да. Я думаю, к тому времени... Мне кажется, мы там зальем их просто. Мы зальем, вы что, конечно. Дайте на... Что? Дайте. Геру с пола? Да, Геру сейчас мы на буст отдаем. Когда... Главное не сорвите. Да сейчас переведем своду. Ну только если его фраза. Давайте ДБМ отдаю. 5, 4, 3, 2, 1. Оба. Дальнего хотя бы на путь. Раз, когда. Ладно, попробуй туда. Бля, я что-то не знаю. Ой, ёбаный урод. Быстро так постанул, пиздец. Идеальный, дай ему бэр. Да, КД там у них по 2 минуты. Может заново, блядь. Не, что-то в одного танка не получилось. Да, в одного танка. Замедление капец, не такое, как X3, X2, X1. Сильно. Конечно, они конкретно подняли сюда. Ладно, короче, потом расскажете, что выпало. Да и БР 2 минуты. Рапиры выпало. Да не, нормально, убьете сейчас спокойно. Да, вам БРов подождать спокойно будет. Да вон, смотри, сколько, 50%, по-моему, снесли ебало босса. Понятно, что там Войд был. Ну ладно, бро. Если бы не умерли, мы, по-моему, снесли где-то до 57-58. За две, типа, за две взрывания перевели. Есть дживс у кого? Да. Ну то я... Слышишь, что? Вопрос такой, вот эта хуйня у Лока есть проклятие косноязычие, она на две цели кинется же, на двух жуков? Нет, по-моему. По-моему, нет. На одну цель, одну вроде. Кинется что или нет? По-моему, на того и другого должно висеть. Должна кинуться. А что? Кинется. Короче, у тебя же огонь кидается на всех. Да, Дрищ, попробуй эту хуйню кинуть, может каст медленнее будет, а то он пиздец быстрый, блядь. Не успел тыкнуть. Поставьте дживсика. Ага, благодарю. Что-то такое ощущение, что только один каст нажал, а второй жук типа не кастовал. Все, у тебя все. Просто этот... Ой, трансмога нету из-за этого вайпа. Ну, просто у Дрища нет 4Т4, вот вы вайпаетесь. Так, да, был бы у меня 4Т4, пиздец, вот это был груз жесткий. Мы сейчас без гира будем. Ты бы умер бы сразу, зорки. Да нет, а я же это, я когда набираю до 70, я сразу эльфовскую скидываю. У босса нет 4Т4 тоже. Да. И тогда вообще было хорошо, если у всех 4Т4 было. Чё, тогда в два танка будем? Так, давайте в два танка, у нас ТПС все равно есть, и будем отводить. А я по всем, не по не всем опять... тактикам дэмочки. Опять два танка. Угу. Или чё, вы переводить хотите? За Геру. Там не, мы не переведем за Геру. Не, ну понятное дело, что не переведем. Давай еще раз так пробуем. Тут
Тут видишь, что я, блядь, я говорю, он быстро кастовал. Сейчас он даст эту хуйню косноязычие. Ну, мы можем хотя бы посмотреть. Давай еще попробуем, блядь, неудачная хуйня. У нас еще... Сколько? 19 траев. Да. Ну, у вас БР готово уже. Да, БР есть. Давайте Геру полторы минуты подождем. Давайте, давайте, давайте. Я еще пойду. Один раз попробуем. Пойду курну пока. А хотите, я могу Mobile Legends стримить? Кайф? Что-что? Mobile Legends стримить. Давай, стрим что-то. Так, сейчас. А что это такое вообще? Это на телефоне игрушка, я же, блядь, запомнился, что-то должен. Хорошо. Это не Clash of Clans даже, да? Нет. Это башенки. Это... Нет, это подожди, это шахмат. А, нихера себе. Да, слушай, ну типа, ну а что делать? Типа, компа нет, нету. Прикольно, да, чувак, в метро едешь, мне типа не поиграть на. Так. Хотя... Нет, а так это типа как дота, короче, основная. Это... В метро года 3 уже не ездил, ну, ничего. Ну, вас богатых не было. Бля, короче, это мега охуительная. Хрена себе, тут вообще так четко все. Как вот, да. Как знаешь, как вот было, блядь, как она там, блядь, игра называлась. Ну? А, нет, это не та даже, блядь. Это Mobile Legends, как Лига Легенд. Ну да, да, да. Ну, это ж она и есть, это ж просто внутри, типа, игрушка, типа, есть вот эта вот. Ну, она, типа, понял, не заебывает, типа, ты... Так спокойно играешь. Короче, ты подсел на нее, да? Ну, бля, что делать? Сделай доту для мобильника, вообще нормально. А так она как дота и есть. Там когда прошло. Бля, кстати, дрищ сегодня можно. А ты видел, как прорисовано тут все, значит, что такое? Если одну бы убьем, идем в доту. Качаете мобайл. Не, в лигу я не пойду. Не, это мобильные, короче, типа качаете, мы с вами все играем со мной, пока у меня ноут в ремонте. Ну что там, готовы? Да. Все, отрубать вам. Давайте лучше в комплекс 1.6. Тут так интересно. Круче, чем модуб, да? Ну. Такая залипушная мразь, вообще ужас. Или в генералу, да. Бля, ты сейчас чуть не проиграл ее. Не, слушай, у меня нормально все. У меня эти стрелки вот эти жесткие. А, нет, там у них хп на хирище, да? И когда еще этот, когда... Гриша, она платная, типа... Давайте приступал. Или ладно, это, давайте потом мы поговорите про эту игру и убьем уже этого босса. Да, шумана нет. Вам ингрессов укажет. Мы в одного танка идем? Угу. Да, сейчас в одного танка. Да, держи, Близзард, бля, бесплатно ни одну игру не продаст, не даст поиграть, да. Кто не знает, Diablo вот это 2 Resurrection, которая вышла, в новой графике, она платная или нет? Да. Еще сколько стоит? 2000, по-моему. Сама пошли-ка не нахуй. Да, я вижу. Так, все тут, давайте еще последний арчек. Мы сейчас бурстим, да? Мы сейчас бустим, да. У Исполина никаких этих пласок вообще нету? Пласки есть, пласки. Пачку. О. Давайте. Стоп, нежить надо выслеживать. ДПМ пол. 5, 4, 3, 2. 2 секунды. 1. Там у меня. Дроп. Повару дайте сотру. Со льву. А, да. У меня 2 секунды на полку, да. Стан. Да, заебись, работа. Отлично.
Я по жукам помогаю. Здесь с Исполина просто сложил. Ну все, вот нам ответ. Да, два танка. Сука. Хуёво. Да, если бы в одного было бы вообще идеально. А чё, мы жуков плохо свечились, да, типа? Ну, мы их вообще не свечились. Если бы одного было бы Скорч X2. Ну, походу, если свечиться, можно и так, как бы, чтобы с него быстрее стаки спадали. Ну, когда в 4-4 все будут. Тогда, да. Когда в ЦЛК уже будем 25 хаймадзет. Да, да. Тогда придём. У меня 4-4-4, там можно, блядь, буст дать просто. Придём, разъебём этого пидора. И жуки, блядь, улетят вместе с этим. Нет. Ты чё, вам врубать стрим, пока в этом ждёте? Да нет, чё, копии сдал и дал бурз, ну чё. Ну разве так? Когда копии исчезнут, ты умрёшь. Да ты нет, в порядке. Эльфийской скинешь. Чтобы будем смотреть, там параллельно переключаться. Ну, а, да? Сейчас я подожди. Я просто звук врубать ещё должен. Ты как робот. Ты как робот говоришь, ты чё? Так он персонаж уже игровой, блядь. Он в игру попал, знаешь, как, блядь, в этих ужастиках. Уже оттуда херачит, да? Да. Ну так чё, в танка? Да, да, конечно, в танка. Ой, меня всем разъебали. По всем тактикам идем. Отводим в танка. Шкаф сумоним, войда. Невер, так ты профессионал, у тебя 4 победы из 4 уже, да? В смысле? Нет, я вел 8. А, он же пока с ботами играет. Трищ. Нет, с ботами. Ну тебя ж не рейтинговый пока, правильно? А почему? Ну, это шахматы рейтинговые. Нет, я в рейтинге ебашу сейчас, тебе, блядь, после этого зайду, покажу. Я там, блядь, ебу вообще, блядь. Не, блядь, сейчас пока смотреть некогда чуть-чуть. А, ты же да. Ты с ним можешь. Давайте. Лучше бы мы это не смотрели, да, наверное? Да, это пиздец. А чё, лок поставь это, да, унитаз? Убили, да нет, слушай, тут типа... Ну, закосячил, когда я стрим подрубал, я раунд пропустил, не поставил персонажа, и всё пошло по пизде. Я даже переключился, даже не смотреть добивку. Да, сейчас нормально. Ну чё, давайте, бля, разъёбывайте. Всё, давайте, ануба, разъёбывайте. Попыток у нас ещё море. Нет. По морю надо убивать. Его, на 25-й надо убить еще пушки. Три попытки вам все, давайте убивать. Мы же до третьей фазы не дошли ни разу, там непонятно, что будет. Там-то все понятно, что будет. Да, выживите и дойдите просто, нет. Да. Если не проиграем, то выиграем. Да. Получается. У меня минута КД бусты все. Ну и герой. Давайте минуту подождем. Можете пока фильм смотреть. Как раз и Гера минут у вас. Не, ну... Ну, фазе она откатится. Да. Гера на третий будем давать. Ну, мне кажется, вы можете на первый, на третий дать, нет? Или время столкнем? Не сможем. Вот они тоже, они апнули, да, всех, да? Почему Геру не уменьшили? Это еще пока месяц, наверное, первый будет сильно, надо, потом понервит. Надо написать. Нет, 25-ка завышена 100%, вот десятка нормальная. Да нет, десятка тоже завышена. Ну, первый босс вообще завышен. Это пиздец. А нет. Да, там такого ДПС никто не давал. Нет, процентов 10 срезать нормально будет. Первый рано? Босс завышена, да. Просто рано ввели, вот и все, еще не все налутались. Ничего там не завышено. Все проходимо. Ну, блин, на обычном ЛК десятку ты даешь в ЦЛК. Не то, не факт. Я тебе хочу сказать, на H3 да. Десятка была на сурфланге проходной. На сурфланге? Ну типа вы проходите по ДПС абсолютно все. Посмотри, сколько там до берса остается. Так, ну я в принципе готов. Давайте этот торчак. Бусты откатились. Дрищ идеальный. Дрищ тут отлично. Давайте ДБМ-пу нажимаем. 5, 4, 3, 2, 1.
Вот этот сзади тебя идет твой. Тебе каплю дам потом еще. Косты, косты, косты. Бэр. Бэр. Да, бэр, давай. Рибав. Дал тебе кап. Метки, метки. Че, подлечь? Нет? Да. Мне еще жуки. Я лагаю. Да, да, отводить надо на 12 секунде. Я лагаю, я лагаю. Жуков, 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 свечный. Отводи, 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 отводи. Войд, забери второго жука. Блять, стан еще. Надо дальше отводить. Меня выкинули. Когда они уже вылазят. Ну, когда они уже подходят. Дайте там боб, тогда. Бля, я на лужу еще. Он не успеет выйти, наверное. Отводить надо к стене, а не в другую сторону. Сука. Дадите боб? Да, я бегу к тебе. Угу, давай. В стенку, в стенку, в стенку ушел. Далеко, 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 далеко. Давай, здесь. Сейчас уже можно. Все, 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 уже это стой, да. Идеальный, кстати, вылетел, ебаный в рот. Бля. Да не, без дальше, скилла, дальше в стенку. Корнес бобу дашь. Мимо лужи. Бля, видно, что не был. На меня. У меня не будет. Мне надо в лужу будет заходить. Я могу скипнуть. Походу надо еще раз помочь. Вот идеально вас помнить. Я потяну время. Ну если боты есть, потяни. Потяни. Че, пробуем? Ну давайте пробуем. А это уже лужа, заводите, которая разбита. Ешь. Я по жукам помогаю, как бы, ребята. Каст. Так, капли тебе даю. Че, отводи сейчас? Да, да, отводи, отводи. Хочу, по-моему, рано. Сейчас уже вторые вышли. Че? Ладно, давай, 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 уводи, 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 хорошо. А почему в центр уводит? Ну, он к стенке должен уводить его. Чтобы ну, шипы, к стенке, дольше, а не в центр. Чтобы шипы дольше шли к вам, понимаешь? К озеру все ушли, к озеру. Ну, боба сейчас нету, да? Бобов нету. Нету. Есть ботинки. А все остальные в другую сторону пошли в это время. Забегаю. Ты сейчас умрешь, шаман. Я встану. Ну, встань. Боб есть, да. Кстати, у меня. Да, то. Давай. Не, он уже сейчас на меня будет. Да, ну. Бля. Уже все, да. Ой, а, ты на себя дал? Да, я да, понял. Да, забей. Я понял. Да, все. Видите. Корнес, ты что? Ну тут все как бы это самое. Идеально, видишь, нету. Ну все, мы можем просто переводить, ну, это, вводить босса. Я думаю, да, вы должны его закрыть. И у нас сейчас 44%, он выкапывается, мы из 14% заливаем. Ну так что лужа? У вас геры не будет. У вас хила нету. Да не, ну пытаюсь, я не про это, я про то, что у нас ДПС вполне хватает, чтобы да, вообще да, говорить. Хватает, конечно. Потому что сейчас закрутит, по-любому, да. Сейчас просто мы получше сыграем и все. Ты это, Исполин, отдаешь под вторых жуков все низыбку там и что-то, или ничего не отдаешь? Да, даю. Ну все, я тебе также под первых жуков буду каплю накидывать.
короче, это, исполин, как вторые только вылазят, подходит, ты можешь уже уводить сразу. Там пока ты служишь, ты выберешься, блядь. Да, ну, я же говорю, вот... А если блок жать, он ускоряется или нет? Если с X3 и с X1 сравнивать, то... Блок, да. Блок. Она, вообще вообще не тормозила раньше. А S-блок нет, если ты про него, он таргет меняет, ускоряет, когда спадает S-блок. Нет, так я тебя спрашивал. Ну, он обратно потом прибежит, но скорость набирает. Кто на трассе там, блядь, играет? Как наверх машина. Сидит посередине трассы, блядь, хуярит. Сука. Взял каплю, ждал. Опа, чё? Что мы тут видим? Так, КПМ есть? Давай на 16 секундах уходить. Ну, до 16 секунд до закрытия. Смотри, когда я начинаю отводить, он мне еще стан, ну, заморозку дает. Да, 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 поэтому я тебе сейчас говорил на 12 секунд до закупки. А сейчас будет на 16, чтобы ты как раз ушел подальше. Ну, то есть сейчас жуки подходят к вам, я начинаю отводить сразу. Ну, примерно, да, да. Главное бегать, ну, вот как только босс зарылся, все, на кого метка повесила, сразу в стенку упираетесь. Остальные все в другую сторону. Нет, так можно успеть на сапогах уебать вообще закат. Не, ну у кого сапоги есть. Ну, тут мы же не знаем, у кого сапоги есть. Ну, то, что не признается. Ну, вообще, вот я, допустим, не знаю, я условно, если на меня кинете, я могу на сапогах добежать, ну, до воды и там разбить сферу сам. Да не-не-не, ну, до воды-то я добегу, разобью, это не сложно. Так, хорошо, у нас сколько там, 20 секунд до капельки. Хватит на время постановиться. Войд, дрищ. Все, все готовы, отлично, давайте ДПМ. 5 секунд. 4, 3, 2, 2, 1. Че за хуйня? Повешку. Куда ты его? Куда ты его? Ну лужа где? Ладно. Вар. Агро. Сальву по нему дайте. Войт и Исполин одновременно прижались. Каст. Да, сука. А по идеальному БР дайте. Нету БР. Ты замедление кидай, дрищ. Так дамажишь. Полина поднять. У нас хорош. Пошел. Вот, прожмись. Надолбанная лужа. Отлично. А сейчас в стенку все уперлись, кто там? Боб, по нему. Бегу. По шаману Боб. Кто первый дает? Сейчас я дам. Давай. Отлично. Диву. 2:30, блять, еще для БР. Ну, в принципе, тут заебись пока. Также с самого края. Боба нету? Привет. Карниз. Карниз, да, твой Боб. Ну, Триш, ты как будто не бойся.
были ботинки, ты не сказал, что у тебя ботинки есть. Ты мог да, еще да. Поэтому я и говорю. Это дам они. Че, вылези. Он вылез. Нет, 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 тебе нормально будет. Самый крайний. Вылез, вылез. О! Бегите ближе сюда, чтобы жуки вас не пиздили. Подпрыгивайтесь. На тебя бежит Дон. Блять. Блять. Ребят. Как так? Ну как, блять, копатель у нас на танке? Ой, ну блять, на хиле. Ну, блять, в два танка ходим. Дэм, блять, этого ближнего стаунтил нахуй. И все, и пиздец. Второй, блять, еще бежит. Да надо стоять за этой хуйней, потому что, блять. Видишь, лужа у самой стены, и вы еще стоите, блядь, и жуков ждете. Я говорю, бегите, вы стоите, кастуете. Перебежали к стенке, вжались, жуков проще забрать, они бы на нас остановились, через нас бы шли. Там еще, блядь, камера в этой стене, нихуя не видно, блядь, как будто от первого лица играешь. Ну хоть контент подъехал, хоть интересно играть, блядь. Сейчас зато БР есть. Да. У нас что, ходить в АФК рейды, блять, лутачмот? Надо СС кинуть на кого. А на кого? На Корнесса? На Корнесса? Я думаю. Эйчальный любит бегать, Корнесс на месте стоит, хилит. Главное не перепутать, не того Корнесса не дать. Да, да. Богатый, богатый живем.